Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анциферов Евгений Александрович. Я являюсь директором Института высоких технологий. Я расскажу сегодня, что из себя представляет институт, какие направления мы реализуем, ну и кем вы можете стать после того, как закончите данный институт. Институт высоких технологий – это более 1000 студентов. Задействовано более 100 высококвалифицированных преподавателей. 10 программ бакалавриата, 10 программ магистратуры, аспирантуры, большой спектр научно-исследовательских лабораторий. Ежегодно мы привлекаем более 30 миллионов рублей на НИОКРы. А данная презентация – это первая часть, так скажем, тех направлений, которые связаны с химией, с металлургией, пищевыми технологиями. Ну и автоматизация в том числе входит в эту презентацию. На слайде вы видите те направления, о которых сейчас пойдет речь. Это химическая технология, металлургия, автоматизация технологических процессов, продукты питания, биотехнологии. Видите вступительные испытания, обращаю ваше внимание, да, мы об этом будем несколько раз, я буду повторять в ходе презентации, что у нас на выбор можно сдавать, например, химию или физику, то есть третий предмет у вас, русский, математика – это обязательные предметы, а на выбор вы можете сдавать химию или физику, физика или информатика, ИКТ. Химия-физика. То есть вот здесь вот больше всего как бы идет именно связка с химией и с физикой. Ну, автоматизация выпадает, да, потому что там введена информатика. Минимальный проходной балл в 2020 году и количество бюджетных мест в этом году. А что из себя все-таки как бы представляет институт, да, для общего понимания, чтобы вы понимали, где вы будете учиться? Это очень большое разнообразие направлений. Те направления, которые я перечислил на первом слайде, сюда дополнительно я могу ввести направления, связанные с инноватикой, с инфокоммуникационными технологиями, с радиоэлектроникой, с нанотехнологией. То есть еще дополнительно 4, так скажем, направления, которые у нас реализуются в институте. Отсюда вытекает очень, так скажем, востребованные профессии, направления подготовки, возможность проектного обучения в институте очень высока, при этом проектное обучение может быть междисциплинарное, то есть когда вы имеете возможность, обучаясь, предположим, на химической технологии или инноватике, поступить в другую группу проектную, где можете реализовать проект, который вообще как бы не связан с вашим исходным, так скажем, образованием. Вы имеете возможность в университете сформировать soft skills, то есть модное такое вот понятие, да, сейчас есть, когда формируются компетенции, которые невозможно, так скажем, без вот этого проектного общения, проектного образования сформировать их. Это работа в команде, это креативное мышление, это различные вот эти коллаборации, то есть возможность образования групп и так далее. То есть вот эти мягкие компетенции, которые формируются в ходе групповой работы, которая, в принципе, закладывается именно в проектном обучении. Большие возможности для участия в научно-исследовательской работе. То есть в институте представлено большое разнообразие научно-исследовательских лабораторий. Поэтому очень учеба интересная и, соответственно, позволяет сформировать высококлассного специалиста в ВУЗе. А презентация, которая, название ее, все-таки мы как бы отметили, что именно химическая технология, металлургия, биотехнологии становятся, так скажем, неким драйвом развития страны. И на самом деле, если посмотреть, какие проекты реализуются даже в нашем регионе и в стране, в Российской Федерации, то мы увидим, что у нас строятся новые заводы по производству полимеров. Крупные заводы, такие как наша Иркутская нефтяная компания строит завод в Усть-Куте, на более 2400 рабочих мест, 650 тысяч тонн продукции в год, то есть крупный завод по производству полимеров. А компания Сибур строит гигантский завод,
на Амуре, Амурский газохимический комплекс. Это тот газ, который с Ковыктинского месторождения, с нашего нефтегазового месторождения по силе Сибири идет, соответственно, в сторону Амура, Благовещенска. И, соответственно, там, на предприятии, где происходит будет разделение газа, да, на фракции, будет стоять мощный завод по производству полимеров. Здесь, ваше, обращаю внимание, более 1500 миллионов тонн этилена в год. Ну и также большое количество высокотехнологических рабочих мест будет создано. Именно высокотехнологических. То есть нужны люди, имеющие образование химико-технолога, предположим, или специалиста в области автоматизации технологических процессов. Металлургия тоже не стоит на месте, она развивается, заводы модернизируются, переходят на более экологические технологии, потому что, ну, мы понимаем, что те технологии, которые были в 60-е, 70-е, 80-е годы, в настоящее время это уже, так скажем, требования к экологическим все больше и больше возрастают, и наша металлургия становится потихонечку становится более, так скажем, зеленой, поэтому идет и модернизация заводов, и строительство новых. Как, например, в городе Тайшете строится Иташевская модная фабрика, Иташевский алюминиевый завод. То есть, представляете, какое количество и химиков-технологов, которые должны работать на производстве анодов для алюминиевых заводов, так и металлургов, которые должны работать на современнейшем алюминиевом заводе. Наша страна становится лидером в производстве извлечения золота, потому что идет модернизация предприятий, связанных с извлечением золота. Вот, пожалуйста, наш партнер, компания «Полиметалл», Амурский горно-металлургический комбинат, было модернизировано, был построен ГМК-1, сейчас уже идет строительство ГМК-2, соответственно, возрастет производство золота, нужны также металлурги, то есть при этом завод это очень автоматизированный, очень современные, куда нужны высококлассные специалисты. А если мы поговорим о направлениях таких, как производство фармацевтических субстанций, то, конечно, для Иркутска это фармасинтез. В принципе, у него идет, так скажем, увеличение производства продукции как в самом Иркутске, так и реализуется его проект в городе Братске. В планах было строительство завода в Усолье-Сибирском по производству активных фармацевтических субстанций. И здесь, в принципе, требуются как химики-технологи, так и биотехнологи. Поэтому, как вы уже заметили, в этом году мы начинаем набор на новое направление – биотехнология. Об этом я чуть скажу позже. Компания «Лим», которая тоже является, так скажем, нашим партнером и крупным работодателем в Иркутской области, увеличивает производство продукции, модернизирует свои предприятия, поэтому для них тоже необходимы кадры. Недавно, вот в этом году, в конце 2020 года, в начале 2021 года, мы начали сотрудничать с группой компаний «Эвко». Это ведущий, так скажем, один гигант на российском рынке по производству растительных масел. То есть компания, которая выпускает продукты питания. При этом я хотел бы заметить вас, что здесь я вынес те моменты, те инновационные проекты, которые интересны компании, которые она реализует. Обращаю ваше внимание, что не только, например, так же, как наша компания Янта там, или Эвко выпускает масла, маргарины, майонезы, кетчуп и так далее, да, но и они начинают активно, вот в данном случае компания Эвко, проводить инновационные продукты, разрабатывать сладкие белки. Вот обратите внимание, что есть специальные, так скажем, белки, которые выделяются из, были выделены из тропических фруктов, где сладости в 1,5-2 тысячи раз слаще привычной нам сахарозы, что позволяет использовать их в производстве, например, продуктов питания. Вот. Или, например, разработка искусственного растительного мяса. Так вот, во всем мире этот тренд становится, да, и в принципе в Российской Федерации тоже начинается вот разработка технологий производства растительного мяса. Разработана технология получения фосфолипазы, то есть ферментов. И в данном случае на слайде представлен завод по выпуску ферментов.
Вообще ферменты – это ценнейшие продукты, которые необходимы, например, для производства, например, можем майонезов или других сыров и так далее. То есть эти вещества просто необходимы нашей пищевой промышленности. В принципе, сейчас мы поставляем ферменты из-за рубежа, что, конечно же, является не очень хорошо, потому что мы зависимы в случае приостановки поставок. Наша пищевая промышленность может испытывать очень серьезные трудности. Вот. Поэтому вот компании EFCO, конечно же, интересны направления, которые связаны с биотехнологией, с продуктами питания. Ну и здесь сразу же перехожу непосредственно к тем программам, которые реализуются нашим институтом. Это направление продуктов питания из растительного сырья и направление биотехнологии. Обращаю ваше внимание, что всего у нас 50 мест, 25 бюджетных мест идет на продукты питания из растительного сырья и 25 мест на это бюджетные места на биотехнологию. Биотехнологию мы начинаем реализовывать только с этого года. Как уже я сказал, что вы понимаете, что бренд такой, скажем, да, полезных продуктов питания. Рост населения мира, да, где, конечно же, очень, так скажем, некоторые страны испытывают проблемы, да, с продуктами питания. Так вот, из растительного сырья можно достаточно быстро и очень приготовить достаточно качественную продукцию. Поэтому продукты питания из растительного сырья, как бы, это достаточно интересное направление, которое активно развивается, и востребованность в этих кадрах, конечно, растет. Биотехнология, как говорится, это технологии будущего и настоящего. То есть без биотехнологии, в принципе, развитие, наверное, можно сказать, страны просто невозможно. Вот те вакцины, которые сейчас у всех на слуху, конечно же, это биотехнология. Итак, данное направление. Сдаем мы математику, русский язык, профильная математика и на выбор химия или физика. Далее. Кем работают наши выпускники, заканчивающие это направление? Они могут работать специалистами по технологии продуктов питания из растительного сырья, специалисты в области биотехнологии продуктов питания, специалист в области биотехнологии биологически активных веществ, специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов, например, для растениеводства здесь приведен пример, потому что это все профстандарты, которые вышли. В принципе, может быть специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов для, предположим, животноводства и так далее. Так вот, обращаю ваше внимание, под общими названиями скрывается, соответственно, это аппаратчики, это операторы, это техники-технологи, это мастера, инженеры-технологи. То есть, как бы показан, по сути дела, некий рост. Да, то есть начинаем с рабочих специальностей, заканчиваем уже, или не то, что так не заканчиваем, а потихонечку начинаем расти и совершать свою, так сказать, делать свою карьеру. Обращаю ваше внимание, даже вот общаясь на днях с представителями компании EFCO, с менеджментом, так скажем, компании, который говорит, что, в принципе, для них очень интересны молодые люди, которые не просто хотят работать и занимать какую-то должность, да, так скажем, аппаратчик или оператор, и не, так скажем, не программировать свое развитие, то такие люди мне интересны. Им интересны люди, которые заинтересованы в развитии, которые, в принципе, готовы затем стать на какую-то высокую, так скажем, занять высокую должность, потому что надо понимать, что компании развиваются, эти наши компании, они не стоят на месте, строятся новые заводы, новые предприятия, возникают новые отделы и так далее, и им нужны руководители. Поэтому, как бы, с одной стороны, мы говорим, что мы не готовим руководителей, но, исходя из этого, да, надо понимать, что мы не просто их не готовим, мы их должны готовить, и вы должны понимать, заканчивая технический университет, что, в принципе, вы можете стать, так скажем, достаточно занять высокую позицию в любой из компаний. Специалист в области биотехнологии и продуктов питания, а повторяю же, здесь точно такая же, по сути дела, линейка рабочих специальностей инженерно-технических, уже потом идет инженеры по качеству, инженеры-технологии. Следующее направление, которое крайне, так скажем, востребовано,
это химическая технология. Обращаю ваше внимание, если кто-то следит за количеством бюджетных мест, которые появляются по этому направлению, из года в год оно увеличивается. Порядка 10 бюджетных год мы наблюдаем рост. Если в том году у нас было около 42, то в этом году уже 50 бюджетных мест. И это понятно, потому что ну, в нашем регионе, и, так скажем, на Дальнем Востоке, идет активное строительство именно предприятий, которые ориентируются на химическую технологию, на нефтехимию, на газохимию. Поэтому как бы, востребованность этих специалистов крайне важна. Мы реализуем два профиля – химическая технология природных энергоносителей, углеродных материалов, и химическая технология органических веществ. Надо понимать, что те студенты, которые заканчивают эти профили, в принципе, могут себя реализовать на разных предприятиях, абсолютно разных, да, так скажем, но с направлением именно с нечто такое, именно связанное с химической технологией. Это могут предприятия быть целлюлозно-бумажной промышленности, это могут предприятия химической, нефтехимической, газохимической, так скажем, предприятия, связанные с производством полимеров, более уточню, да, скажем, то есть, например, Ангарский завод полимеров, Саянский пласт, строящийся завод в Усть-Куте, Иркутский завод полимеров. Это могут быть предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию. Наш фармасинтез и другие. На Дальнем Востоке есть фармацевтические предприятия. В России есть фармацевтические предприятия. И, в принципе, наши выпускники себя там находят. Могут быть небольшие предприятия, которые, например, выпускают, наши выпускники работают на них, например, по выпуску, ну, так скажем, ну, разной продукции. Продукции из пластика, продукции из дерева и так далее. То есть, например, полимерно-древесные плиты и что-то подобное из них. То есть можно сузиться, да, и уйти, например, на выпуск какой-то небольшой продукции. И, в принципе, там востребованы химики и технологии. Поэтому еще раз повторяю, да, направление крайне важное для нашего региона, поэтому и рост бюджетных мест, и востребованность них крайне высока. Кем работают выпускники? Это ну, профстандарт, специалист по химической переработке нефти и газа, ну и в ней зашиты соответствующие специальности химико-технологии, технологии топлив, технологии изделий текстильной легкой промышленности, технологии продуктов питания, в принципе, могут быть аппаратчики полимеризации и так далее. Техники, химики, занятые в производстве. Многие наши выпускники, вот у них на слуху, и в принципе в техническом университете у нас, они могут получить три рабочих специальности. Это оператор товарный, оператор технологических установок нефтегазовой отрасли и специалист по контролю качества нефти и нефтепродуктов. То есть, обучаясь по основной специальности, предположим, химическая технология, вы получаете в наших центрах образовательных, вы можете получить рабочую специальность, получить удостоверение по рабочей специальности, а затем, соответственно, проходя практику, уже, так скажем, работать на данной рабочей специальности. Вот. Закончив университет, в принципе, пойти же работать, например, или на Ангарскую нефтехимическую компанию, либо, скажем, Иркутскую нефтяную компанию, Верхнечёрный нефтегаз и так далее. То есть, если кто ориентируется на нефтегазовую отрасль, то, в принципе, вот такое вот, так скажем, некое преимущество есть, заканчивая технический университет и имея сразу рабочую специальность. Ну и здесь показан это так некий рост, скажем, да, что начинаем с операторов, затем инженеры, инженеры-лаборанты, начальники смены, мастера участка, инженер подготовки производства, ну а дальше уже пошли ведущие инженера, начальники участка и так далее. То есть здесь показан, так скажем, тот карьерный рост, который может быть вами, так скажем, достигнут. А следующее, крайнее, так скажем, опять же, по сути дела мы говорим о направлениях, которые ну, важны для нашего региона и которые приносят основные, так скажем, деньги в наш регион. Это металлургия. Надо понимать, что Восточная Сибирь, здесь, предположим, находятся основные производственные мощности той же самой компании «Русал». То есть заводы по производству алюминия, они находятся у нас, Красноярский край, Иркутская область. В Иркутской области функционируют на данный момент два завода, Иркутский и Братский алюминиевый завод,
и строится, да, на стадии запуска находится Тайшетский алюминиевый завод. В Красноярском крае имеется и Красноярский алюминиевый, Богучанский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, и рядом, да, так скажем, в другом регионе. Поэтому здесь сосредоточены эти заводы. И поэтому компания «Русал» сотрудничает с нами. У нас создана совместно базовая кафедра. Мы ведем, так скажем, ведем целевую подготовку студентов для предприятий компании «Русал». У нас функционирует лаборатория «Русал», где наши студенты, так скажем, принимают участие в проектах компании, которые она их оценивает, выдает награды, рекомендует к внедрению данных работ. То есть выстроена такая вот плотная сотрудничество с компанией. Поэтому, так скажем, металлурги имеют, так скажем, возможность, да, либо обучаясь здесь, имеют возможность напрямую, так скажем, видеть, как работает предприятие, потому что рядом с нами Иркутский алюминиевый завод, Братский алюминиевый завод и так далее. Но мы не забываем, что кроме алюминия у нас есть еще и другие металлы благородные, редкие, золото, медь, никель и так далее. Да? Поэтому точно так же мы готовим кадры для них, на тот же самый полиметалл, то, что я говорил о предприятии, которое находится на Дальнем Востоке. Поэтому бюджетных мест на самом деле не так много, 25, ну а регион и тот охват, куда наши ребята или девчата могут устроиться, очень большой. Поэтому надо понимать, что заканчивая направление металлургия, без, так скажем, рабочего места, ну, наверное, остаться будет крайне сложно, чтобы не найти себе, да, куда трудоустроиться. Здесь перечислены те возможные специальности, на которых могут работать наши выпускники, электролизники, специалисты по электролизному производству алюминия, специалист химического анализа металлургии, оператор автоматизированного процесса производства алюминия. Вот, пожалуйста, если мы говорим, если сравнить, например, некого там, скажем, электролизника расплавленных солей, то сейчас уже на современных заводах уже говорят уже об операторах. То есть производство алюминия в какой-то степени становится автоматизированным. Соответственно, и труд становится, ну так скажем, чуть-чуть легче, чем, может быть, был раньше. Но все равно надо понимать, что труд металлургов – это, ну так скажем, серьезная работа. И, так скажем, в конце, может быть, основных направлений, да, таких технологических направлений, пищевые технологии, химические технологии, металлургические технологии, стоит направление автоматизации технологических процессов производства. Здесь 26 бюджетных мест, профиль, системы и средства автоматизации промышленности. Сдаем точно так же математику русский. И здесь, смотрите, обращаю ваше внимание, физика или информатика. Если вышестоящих направлений всегда были у нас, ну, металлургов, физика, химия, то, опять же, вот единственно в этом направлении именно информатика. Там везде была физика, химия, здесь физика, информатика, ИКТ. Чем, так скажем, вот может быть привлекательно данное направление? Надо понимать, что современное производство, что связанные с пищевыми технологиями, нефтехимические и так далее, металлургические, это производство очень высокой степени автоматизированное. Системы, которые там устанавливаются или которые работают, они имеют очень высокую, так скажем, степень автоматизации, поэтому нужны вот такие специалисты, которые бы могли бы, предположим, либо проектировать и производить эти системы, да, или создавать эти системы и управлять ими, либо уметь их обслуживать, следить за ними и, соответственно, ремонтировать, так скажем, настраивать, управлять и, так скажем, отвечать за именно за технологию, потому что, ну, без автоматизации уже производство, ну, невозможно представить. Поэтому данные специалисты, они, можно сказать, универсалы. Заканчивая данное направление, в принципе, можно себя реализовать как, предположим, на пищевом производстве, которое полностью, опять же говорю, линия автоматизированная,
Компания Эвко показывала предприятие, где у них роботизированная система, да, в том числе стоят, где уже нет людей, которые, как бы, цеха, где уже исключен человеческий труд. А в нефтехимических предприятиях точно так же большие установки с большой степенью автоматизации, где вся информация выведена уже на пульты управления, и оператор следит за, как ведет себя та или иная, тот или иной процесс, исходя из той информации, которую он получает с датчика. Так вот, и датчики, в принципе, должен и следить, и проверять, и так далее, да, следить за их исправностью, именно специалисты в области автоматизации технологических процессов. Это вот, например, говорим про нефтехимию. А опять же, автоматизация может быть в металлургии, как бы вот в этих трех. Ну и уходим еще дальше, да, то есть любые, так скажем, процессы или технологии, которые есть вот в любом регионе, да, или на любом предприятии, где задействованы средства автоматизации, соответственно, вот этот киповец, да, должен быть, может найти себе там работу и быть очень полезен тому или иному предприятию. Поэтому здесь, еще раз повторяюсь, да, очень универсальная специальность, позволяющая работать в разных, абсолютно разных направлениях, да, в разных сферах деятельности можно себя реализовать. А кем работают выпускники? Ну вот, пожалуйста, специалист по автоматизации и механизации технологических процессов термического производства. Если убрать термическое, то просто будет по автоматизации, механизации. Специалист по автоматизированным системам управления производством. Инженер по автоматизированным системам управления. То есть здесь в основном, смотрите, перечисляются инженеры. Ну, конечно, есть рабочая специальность, в которой многие наши начинают, выпускники, работать на, том, на многих, на наших химических предприятиях. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики. То есть слесарь КИПА, предположим. Вот. При кафедре автоматизации управления у нас существует региональный учебный центр компании ОВЕН. Это российская компания, которая производит средства автоматизации. Здесь они на слайде представлены. Мы обучаем студентов определенным курсам, повышаем квалификацию сторонним слушателям. Поэтому наши студенты, в принципе, используя данное оборудование, могут создавать стенды образовательные, имитировать тот или иной технологический процесс. Поэтому учеба крайне интересная. В этом году был предыдущий год, 20-й, был юбилейный, и компании «Саянскимпласт» было куплено дополнительное оборудование по автоматизации. И сейчас совместно с аспирантами и студентами собираются несколько стендов современных, которые будут имитировать те или иные технологические процессы, ну, которые, скажем, наши преподаватели предложат сделать. Поэтому еще раз повторяюсь, да, это очень интересная учеба, очень интересные проекты. Здесь представлены партнеры, о многих я уже с вами их называл. Поэтому можете посмотреть, это Иркутская нефтяная, Илим, Саянскимпласт, Русал, Фармасинтез, Роснефть, Полиметалл, ЮГК, Полюс, Эргеритмеп, пищевые компании наши, Иркутский хлебозавод, и Каравай, и группа предприятий Янка, пивоваренные компании Хеннекен, AB&BFS, то есть в этом году, в предыдущем, опять же, извиняюсь, еще не перевел время, как говорится, компания AB&BFS зашла в наш университет, была встреча, они предлагают и должен запуститься проект, так скажем, Академии пивоварения, где наши студенты, в принципе, могут познакомиться с теорией, которую они считают необходимо знать, увидеть, как работают эти предприятия компании AB&BFS. И, соответственно, побывать на практике на пивоваренных предприятиях данного мирового, по сути дела, производителя, который объединяет в себе как ЭФС, это турецкая компания, а NBNBF – это компания бразильская, бельгийская, американская. То есть, вот, скажем, такой, ну, гигант.
После того, как вы заканчиваете бакалавриат, в принципе, у вас есть возможность продолжить свое обучение в магистратуре. У нас реализуется в данном случае вот представленное направление. В магистратуре есть фундаментальное направление – химия, это физическая химия. Есть направление по химической технологии органических веществ и топлив. В металлургии это магистратура совершенствования и оптимизация технологических процессов производственных металлов. Ну и одно большое направление – технологические машины и оборудование, где 4 магистерские программы. Это пищевая инженерия, проектирование систем управления технологическими процессами и оборудования, где, в принципе, многие могут получить компетенции в области автоматизации. Пищевая инженерия – это больше ориентировано на производство, именно связанное с продуктами питания. Теоретические основы проектирования оборудования, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств. Это магистратура проектная такая, да, то есть где вы можете получить дополнительные компетенции в области проектирования того или иного оборудования. В принципе, у меня все. Сейчас я открою чат. Итак, я жду ваших вопросов. Итак, сколько баллов нужно, чтобы поступить на химико-технолога? Вернемся на первые слайды. Вот смотрите. Итак, химическая технология. Минимальный проходной балл был 190. 190. Количество бюджетных мест, ну, нынче побольше, 50. То есть, ну, вот, все, что больше 190, наверное, есть шанс поступить. Когда подавать документы на поступление и куда? Так, документы вы, конечно же, подаете в университет, приемную комиссию, то есть в июне у нас начинает функционировать приемная комиссия, и, соответственно, вы либо дистанционно, ну, надеюсь, в этом году мы будем все-таки в очном формате принимать, можете прийти и подать документы. То есть начинаем с июня. Вы можете подать, затем вы получаете свое свидетельство ЕГЭ, ваши баллы, соответственно, ну и, в принципе, их приносить не надо, мы их увидим, соответственно, из базы. Так. Сколько стоит обучение? Значит, здесь вот по обучению я могу сказать следующее, что где-то более 100 тысяч, наверное, у нас год стоит. Но на сайте на самом деле есть информация по деньгам. По деньгам есть. Там есть скидки, то есть в зависимости от того, какие у вас баллы по ЕГЭ, какие у вас есть дополнительные результаты и так далее. Все это, в принципе, делает возможность уменьшить плату за обучение. Возможно ли поступление на пищевую промышленность с экзема на руках? Вообще, смотрите, на данное направление, да, надо понимать, что как бы не требуется для поступления возможно. То есть вы можете поступить, потому что мы не берем с вас никаких документов вашем состоянии, так скажем, соответствования здоровью, да, при поступлении. Потом вы проходите, конечно, медосмотры в ходе обучения, но здесь надо понимать одно. Когда вы идете на практику, на пищевые производства, вы получаете медкнижку. И вот тут нужно понять, вас допустят, положим, на практику, на какое-то пищевое производство с данным диагнозом, да, я затрудняюсь ответить, да, вот как экзема, но с другой стороны, давайте так, вы же не обязательно можете, как бы, можно себя реализовать, закончив то или другое направление, реализовать себя не обязательно, предположим, ну, так скажем, работая в цехе, да, то есть можно найти, может быть, логистика какая-то быть, да, движение продукции, может быть, брейдинг какой-то продукции, то есть
те вещи, которые вот даже вот пример, как пример компании «Эвка». Она заходит, вроде пищевая компания, но заходит и говорит о том, что им нужны все студенты всего института, всего университета. Понимаете? То есть идет речь о разных студентов, которых они хотят видеть. Поэтому здесь не нужно как бы зацикливаться на какой-то вашей проблемке. Все это ерунда. Так. На химико-технолога не понял. Сегодня не говорили на трансляции, что 19... Говорили на трансляции, что от 19... Да-да-да. Вот Михаил, да, говорит уже конкретно, обращая ваши конкретные даты. До 24 июля. То есть приемная комиссия. Цены прошлого года. Для всех скидка от 30 до от 30% на все 4 года. Пожалуйста, комментарий. То есть скидочка 30% от цен прошлого года. Подготавливают ли ваши педагоги сейчас к ЕГЭ? Да, у нас есть довузовская подготовка. В принципе, можно туда обратиться, довузовскую подготовку, на сайте посмотреть, телефоны, и, соответственно, узнать, готовят ли они, ведут ли подготовку к ЕГЭ. Так, возможно, подать документы лично, через личный кабинет, почту, электронной почты. Да, еще раз обращаю ваше внимание, значит, подаем документы лично, через личный кабинет, почты, электронной почты. Подача с 19 июня. Еще раз, значит, все, что сегодня мы с вами говорили, да, обращаю внимание, математика профильная, русский язык. Далее выбираете либо физику, либо химию. Вот. Ну, кто, как говорится, любит химию, они обычно сдают, конечно, химию, физику в меньшей степени, но обращаю ваше внимание, биологии у нас нету, обращаю еще раз внимание, биологии нету, только химия и физика. Кроме, конечно, автоматизации, где физика и информатика. Очень интересная практика, в принципе, может проходить у наших студентов. Металлурги в большинстве своем, конечно же, ездят на длительные практики, потому что ну, поехать на практику на 2 недели куда-нибудь там, в Хабаровск или там, на Дальний Восток, или на Кольский полуостров есть практика у студентов, на 2 недели не имеет смысла. Многие едут на все лето, то есть они проходят практику, потом заключается с ними договор о прохождении стажировки, и наши студенты работают, скажем, по два месяца и более, и возвращается даже уже в начале или там в середине сентября. При этом зарабатывает приличные деньги. Вот. Некоторые студенты даже специально могут, например, работая на заводе алюминиевом, да, специально еще как бы продлить работу в июле, да, что в сентябре, то есть получается июль, август, сентябрь, чтобы как можно больше заработать денег, если ну, какая-то цель поставлена, там, предположим, что-то купить или куда-то поехать, отдохнуть затем. Вот. Где проходит практика у химиков-технологов? Значит, химики-технологи у нас проходят практику в большинстве своем это в Ангарске. Это у них Ангарская нефтехимическая компания, это наш ключевой партнер. Могут проходить, часть проходит в Саянске, Кимпласте. Могут проходить практику на нефтедобывающих предприятиях, это предприятия Иркутской нефтяной компании, Верхний Чон нефтегаз и так далее. То есть, как говорится, вариантов пройти много. Вплоть до того, что если заключат договор, могут и поехать даже, предположим, на практику и, так скажем, за пределы региона, особенно летом. Сейчас изменились, по сути дела, как бы целевое обучение, целевое как бы маленько другое становится, да, но в любом случае, что такое целевое? То есть, предположим, вы поехали на практику, вы очень понравились, предположим, работодатель, и он видит в вас ну, какую-то перспективу, и хотели бы, и работодатель хотел бы, чтобы вы обязательно к нему вернулись. И далее что делается? Работодатель предлагает вам заключить договор о целевом обучении. Вы его подписываете. Работодатель оплачивает дополнительную стипендию обычно.
прием, опять же, на практику и гарантирует трудоустройство. То есть после того, как вы заканчиваете учебу бакалавриата, вы возвращаетесь на данное предприятие и продолжаете там работать. Я думаю, многие работодатели дают даже возможность обучаться в магистратуре. То есть модульно студенты выезжают оттуда на какое-то время с рабочего места, сдают экзамены, проходят определенные занятия, сессию закрывают и, соответственно, обучаются в магистратуре. Как пример, это вот сценаристская компания «Норникель», его филиалом на Кольском полуострове. Сам студент решает, где практику ходить. В принципе, да, можете студент решить. То есть, если студент может, так скажем, найти себе место практики, дальше только заключается договор, то, в принципе, можно так сделать. Но если студент не хочет, так скажем, заморачиваться, искать себе место практики, то в этом случае место практики предоставляет университет, кафедра, на которой он учится. То есть, как бы, задача кафедры – обеспечить всех студентов практикой, но, еще раз повторяю, сам студент может найти себе место практики. У меня были такие примеры, когда мы отправляли девочек, химиков-технологов, Новокубышевский нефтеперерабатывающий завод. Они уезжали туда, где Самара. Вот хорошие вопросы, конечно, по практике, когда вы начинаете задумываться, да, где вы будете учиться, где вы будете работать. Это вот практика – это одно из самых, так скажем, ключевых моментов. Где биотехнологи будут практику проходить? Ну, во-первых, надо понимать, что, ну, например, производство того же майонеза, да, или там производство кисломолочной продукции, да, это тоже некое биотехнологическое направление, то можно прогнозировать, что, например, то же самое наши предприятия Хьянты могут проходить. Производство, например, молочной продукции, да, вот, если так скажем, да, вот молочная кухня. Сейчас очень большая линейка у данного предприятия. Многие, может быть, его покупают и употребляют. Да? В принципе, точно там же можно проходить практику. Если у нас сейчас будет классно выстроено взаимодействие, я думаю, будет это сделано с компанией ЭФКО, то, в принципе, можно ездить и в Белгород на практику. Вот. Фармасинтез. Надеемся, фармасинтез тоже будет развиваться и тоже будет являться местом практики. Поэтому... Я думаю, не должно возникнуть проблем с практикой у биотехнологов. С какого курса начинается практика? Практика начинается с первого курса. Первый курс – это ознакомительная учебная практика, а второй и третий курс – это уже производственные практики. Ну и на четвертом курсе идет, ну, в бакалаврах, если мы говорим, там идет уже производственная и следом преддипломная. То есть вот такие вот есть практики. Итак, у нас истекает время. Всю информацию мы продублируем, конечно же, вы это все услышите. Еще раз повторяю, химик направление только нефть и газ. Когда я говорил презентацию, да, обращал внимание, что не только нефть и газ. Вы можете быть и на фарму, то есть фармацевтическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, а лакокрасочная, пожалуйста. Так что не думайте, что нефть и газ. Все зависит от вас. Ваше желание, ваше место практики, куда вы хотите, что вы видите, как развивать. Поэтому не обязательно только нефть и газ. Не обязательно. Итак, значит, на странице, откуда вы заходили, там мастер-классы. Обязательно посмотрите, потому что очень качественный продукт получился, мне кажется. Я сам с удовольствием посмотрел эти мастер-классы, поэтому всем советую это сделать. Далее есть контакты на сайте, мои контакты, телефоны. То, в принципе, если что-то будет непонятно, можете заходить, спрашивать, звонить, писать. На все отвечу. Так что всего доброго, как говорится. Давайте заканчивать. По времени у нас, ну да. Так, еще есть вопросы? Если вопросов нет, тогда всем спасибо за ваши вопросы. Было очень интересно общаться.
Вот. Поэтому всего доброго, до свидания.